Берег популярного курорта нуждается в укреплении. Ежегодно Алаколь затапливает прибрежную территорию, а села Ахше и Коктума могут и вовсе уйти под воду. Берегоукрепляющие работы начали здесь еще 3 года назад. На эти цели государство выделило свыше 6 миллиардов тенге, но работу так и не довели до конца. Почему? Об этом наши корреспонденты. Хозяйка зоны отдыха Эльвира Смагулова подготовку к летнему сезону начинает с сооружения лестницы. Дорогу на пляж каждый год смывает водой. Еще большую опасность представляют обвалы берега. Это угрожает не только строениям, но и жизни людей. Сыновья постоянно обходят зону отдыха и предупреждают отдыхающих об опасности. Был случай, когда под обрывом погибла девушка. Мы стараемся своими силами предотвратить несчастье. Пока озеро постепенно проникает вглубь суши, местный акимат судится с подрядчиком, выигравшим тендер на проведение берегоукрепительных работ. По проекту компания должна была построить 13-километровую дамбу в прибрежной зоне, а также сооружения вдоль поселков Акши и Коктума, которые отражали бы 3-метровые волны. Однако строители посчитали, что средств для проведения работ недостаточно. По решению суда компания должна вернуть нам аванс, выплаченный за эти работы. Сейчас вносят корректировки в проект. Согласно им, уточним стоимость работы и объявим конкурс, чтобы определить подрядную организацию. Работы начнем или до конца года, или в следующем году. Между тем, туристические базы уже встречают первых гостей. Они уверены, благодаря улучшению транспортной инфраструктуры, поток отдыхающих в этом году увеличится. Алаколь – очень привлекательное место для отдыха. В последние годы здесь появилось много туристических мест. Чтобы быть конкурентоспособными, мы вкладываем большую часть заработанного на развитие бизнеса. Стараемся соответствовать высоким запросам клиентов. Туристический сезон в Алаколе продлится до конца августа. К услугам отдыхающих готовы около 300 объектов. Это и гостиницы, и оздоровительные лагеря, базы отдыха и дома. Предполагается, что в этом году здесь проведут летний отпуск более 1,5 миллиона человек. Биржан Валиев, Шынгыз Калиден, Куаныш Тургенбаев, Хабар 24, область ЖТСУ.